вот и появился первый всход моей клубнички. Сейчас посмотрела, и фактически у каждой семечки пошли ростки. Вот эти вот ростки. Единственное, вот как и писали, вот это вот плесень. Но я вот так убираю, вот здесь смотрела, убираю, вроде бы как проходит. Попозже вечером, наверное, я как протру вот эти вот все. Плесневеют такие торфяные горшочки. Ну да ладно, смотрю, вот которые вижу, и у всех вот пустили вот эти вот зародыши, как бы росточки, видите? Так что у нас будет клубничка. Так, что я делала? Как я это все сделала? Я, как и написано было в инструкции, убрала в холодильник на сутки. Ну, там даже меньше суток получилось. В горшочки, в торфяные вот эту землю положила. Потом я положила по две семечки здесь. И вот так сверху опрыскиваю все эти семена. Говорят, сложно, но пока ничего сложного я в этом не вижу. Посмотрим, что будет дальше. Вот все-таки талая вода круче, круче, чем простая вода из-под крана. Сейчас надо будет тоже набрать снега, чтобы нас растопить. Ну, я в туалете через окно. Там же, видите, вот все спадало, нападало с крыши. И поэтому раз так рукой собрал ведро, и она растаивает. Погода у нас сегодня прекрасная. Сегодня тоже солнышко. День обещает быть солнечным. Да? Красавица. Убралась на втором этаже? Молодец. Элиза, убралась на втором этаже? Нет. Надо эти подушки положить. Вот сюда на диван. И вот так вот мешочками закрываю, прикрываю. И утром и вечером я опрыскиваю. Опрыскиваю свою клубничечку. Классно будет, если все будет хорошо. Если эта клубника именно та самая клубника, а не как у нас тут на рынке можно взять. Потому что я покупала сколько раз вот саженцы вот эти, получается, клубники. И Елизавету я покупала. И, в общем, Елизавета должна быть такая ремонтанная, ремонтатная. Клубника должна быть такая крупная, должна быть такая хорошая, сладкая. Но у меня вот такие вот все были. Я потом выводила эту всю клубнику, потому что она меня не устраивала. И в Инстаграм тоже на одну подписана с Краснодара, и она говорила как раз про эту альбу. Должны быть крупные ягоды, очень сладкая, очень насыщенный вкус. Так что будем смотреть. И вот как только я у нее увидела, я сразу же посмотрела, заказала эти семена на Wildberries, я покупала. Мне пришли там в мешочке, ну, видели, где-то 30 штучек было этих семян. С инструкцией, со всей. Но вот так как в Краснодаре были вот эти дожди проливные, да, сейчас и снег, и, в общем, все на свете в прошлом году. У нее, у этого блогера с Инстаграма, у нее вся эта клубника пропала, испортилась. Она сейчас, смотрю, она купила другой сорт, но говорит, посмотрю, какая это, хвалят ее тоже, но... Я что только не пробовала, альба самая вкусная. Так что посмотрим насчет этой клубнички. А она, получается, у них занимаются они вот этим выращиванием. У нее помидор там очень много, всего-всего-всего. В общем, они, у них как это, типа бизнеса, они с мужем там на рынок выезжают, продают. Так что я прислушалась к ее советам. Так классно, когда на улице солнце. Уже подходишь, уже так тепло. Уже весна. Не весна. Я когда вещи в комоде перебирала, там у меня солнце прям в глаза, такое, так хорошо, я упала на кровать. Кайф, да? Угу. Уютненько. А еще когда в комнате чисто, это вообще, знаешь, как уютно. Угу. Да? В комнате у тебя чисто? Да, люди будут плавить. Ты чё, без шапки, одень. Что ты решил? Здесь, что ли, чистить? Ну, а как мне сюда потом проехать? Mm-hmm. Я оттуда сюда буду, наоборот. Дорогу делают. Да, Валера, в общем, решил вот этот снег весь туда подвинуть, который на тротуарной плитке. И чтобы подвинуть, надо вот здесь вот проход освободить. Дорогу сделаю, а потом буду это. Оттуда сюда. Тренируешься? Зачем? Самый лучший фитнес.
Да? Такое солнце ослепительное, да? Ну, аккуратно так простыть можешь. Отойти мне? Ну, отойди, говоришь. Ой. Все капает, все капает. Скоро и грязь начнется. Устал? Устал? Баллон какой-то белый. Что это такое? Рожек откуда? Рожек? А откуда? Мы не делали с рожками, никогда не делали. Это на том продукт. Вот это снега, конечно. Девчонки сидят дома, на улицу не хотят. Папе помогать. Ты сразу двумя, Валер. Сразу двумя. И то, и другой. Но вчера было теплее, чем сегодня. Однако. Да. Вчера теплее было. Ну, сегодня ночью, потому что подморозило. Минус 10. Фузерс! Хорошо получается. Снег тяжелый, да? Сейчас накидай кучу. А кто здесь лежал? Девочки играли. Играли, да? Сейчас так двор расширится, да. Вот единственный минус жизни частного дома, да. Это борьба со снегом. Ликвидация снега. Ну, он зато дома не лежит. Ну, да? Сейчас бы что делать? Ну, опять же, да, огромный плюс. Это для здоровья. У Валера... Старость тяжело там. Это купим, снега очистить. Валера поработает, поработает, и сразу сахар падает. А когда сидит, сахар поднимается, да. Ну, я поэтому поел. Гречку покушал. Даже не кололся. Так, упадет. Ну да. Ну ты расширишь до... Где заканчивается тротуарная плитка, наверное, и все, да. Сколько ну вот здесь... Я вообще все хочу отсюда убрать. Не надо, зачем? Зачем мне а сейчас тепло будет. Раскид... А, ты... Ну да. Ну здесь-то быстрее снег растает, чем там. Он сразу же тает и сразу уходит. Я просто хочу побольше. А сколько это возможно? Ну да. Валер,
Копейку, пожалуйста. А? Ай. Зачем я сюда поставлю? Ух ты, нифига себе. Уже чистота такая. А где муж? Где мой муж? Куда ты исчез? Короче, уже освобождает. Ой, молодец.